Санта-Клаус и его друзья. По дорожным рассказам Рива Эвдри. Рок-н-ролл. Режиссер Дэвид Миттон. Паровозик с Карлоуи любит все пейзажи и звуки вдоль железной дороги и хорошо их знает. Однажды утром, вскоре после возвращения из ремонта, он был счастлив, как никогда раньше. По дороге он встретил Расти. «Знаешь, — сказал он, — если бы я не видел знакомые лица и места, я бы подумал, что я на другой ветке. Ты сотворил чудеса с путями». Расти рассмеялся. «Я рад, что ты доволен. Управляющий сказал, чтобы я так починил дорогу, чтобы он не знал, где находится. И вот ты не знаешь, если ты меня правильно понял». Скарлуи нравился этот трудяга Дизель. «Остался один участок», — предупредил Расти. «Перед первой станцией. Там паровоз может сойти с рельсов, особенно Данкин, если будет по дороге, танцевать рок-н-ролл. Вот посмотри на него». «Не хотел бы, чтобы его пассажиры пострадали. Вы обо мне говорите?» – прервал Данкин. «Я простой паровоз и люблю, чтобы говорили прямо. Говори!» Расти предупредил Данкина о плохом участке дороги. «А, – заворчал Данкин, – я сам все знаю и не нуждаюсь в том, чтобы вонючий дизель учил меня!» Расти обиделся. Данкин покинул сортировочную станцию и сердито загромыхал к станции. Джеймс уже ждал его там. «Ты опоздал?» – отрезал он. «Знаю», – сказал Данкин. «Это вонючий дизель виноват. Расти учит меня, как ездить по рельсам, и уезжает, а я ищу свои вагоны». «Бедный паровозик», – посочувствовал Джеймс. «Знаю я эти дизели. Один появился на нашей станции и начал командовать. Я его быстро отправил». Данкин был полон восхищения. Он не знал, что Джеймс любил похвастаться и иногда привирал. «Отправить, Расти!» – пыхтел Данкин. Он яростно взбирался на гору. «Молодец! Так держать!» – подбадривал его машинист. Вскоре они были около первой станции. Данкин был доволен. «Ничего не случилось, глупый дизель! Ай да я!» И он танцевал рок-н-ролл. «Успокойся!» – останавливал его машинист. Но было поздно. «Проклятье! Я сошел с рельсов!» Так оно и было. «Я предупреждал его!» – сказал Расти. «Но он только обзывался!» Маленький дизель отказывался ехать. «Как тебе не стыдно, Расти!» – сказал Скарлоуи. «Подумай о пассажирах. Что им делать?» «О, я забыл о них!» «Да, конечно, нужно помочь пассажирам». И Расти завел двигатель. Данкин стоял грустный и одинокий. Он уже не мог танцевать рок-н-ролл. «Вот», – подумал он, – «все узнают, какой я глупый». Пассажирам пришлось выйти и помогать ему. Они были недовольны, но трудились изо всех сил. Они осторожно поставили Данкина обратно на рельсы. После этого Данкин был очень внимателен целый день. Наконец наступил вечер. «Расти, – прошептал он, – спасибо за помощь. Прости, что я тебе нагрубил». «Ладно, Данкин. Вот бы все дизели были такими, как ты. Давай дружить». «Я не против», – ответил Расти. «Мы завтра же утром починим этот участок дороги». А
Автор сценария Брит Олкрофт, оператор Теренс Фермейн, композиторы Майк О'Доннелл и Джуниор Кэмпбелл, продюсеры Брит Олкрофт и Дэвид Миттон. We'll be right back.